Привет, ребята! Сегодня мы с вами нарисуем тигра. Первым делом нарисуем тигру голову. Теперь добавим глазки. Наметим носик. Теперь нарисуем нашему тигру лапки. И добавим хвостик. Возьмем фломастер потоньше. Нарисуем ротик тигру. Дорисуем переносицу. Добавим усики. И нарисуем пятнышки. Также наметим пятнышки на туловище. Выделим ушки, наметим пятнышки на хвостике, нарисуем когтики и наметим пятнышки на лапках. Продолжаем рисовать пятнышки на туловище. Возьмем красный фломастер и нарисуем щечки. Возьмем фломастер потолще и нарисуем коврик, на котором будет сидеть наш тигр. На коврике наметим полосочки. Какие-то полосочки будут потоньше, какие-то потолще.
Возьмем оранжевый фломастер и заштрихуем тигра. Носик оставим тигру беленьким. Откладываем фломастер. Вот такой замечательный тигренок у нас получился.